Ленинградская директор Центра робототехники ТОК. Что это такое? Это студенческий проект спутника атмосферного для соревнований, участия в соревнованиях КАНСАТ. Такие международные соревнования, в которых студенты и школьники проектируют атмосферные спутники для запуска в атмосферу и измерения различных параметров этой атмосферы. Вот, вот конкретно этот разработан в Центре робототехники ТОК нашими студентами, причем первого-второго курса ребята занимаются. Планируется этим летом его, во-первых, в начале испытания, а потом уже соревновательный запуск тестовый. Ну, ограничения регламента, ограничения по массе, по системе передачи данных, по количеству запасов батареи, то есть вот с учетом массы, опять же, чтобы это все работало нужное количество времени и передавало на нужное расстояние. Он поднимается на высоту 15 километров в небо с помощью спутостатов, с помощью зондов. Вот. Отстегивается система парашютирования, то есть устанавливается, парашют спускается, вот парашют спускается в главном лесу. Это пока в теории? Нет, это в данном случае, этот еще только в теории. Ну, то есть такой проект, такая задача. Конкретно в этот спутник будет запущен, я думаю, что где-то в конце мая мы его запустим первый раз. Всегда, там, где вопрос ума, всегда вопрос мотивации. Если ты чего-то не знаешь, но очень хочешь узнать, то садишься и узнаешь. Сейчас объем информации гигантский. Если чему-то хочешь научиться, можешь либо сам обучиться, либо мы помогаем студентам хотя бы вектор направления, даем, где изучать тот или иной материал, и, естественно, помогаем при решении их технических задач. Робототехника, вот я представляю, потому что тут участвуют и специалисты в области механического проектирования, и материаловеды, и люди, которые понимают в электронике, хорошо понимают, то есть это проектировщики электронных узлов, и программисты, и системные программисты, то есть там, программист приложений, и системный программист, вот это такого. А сколько ушло время создания? С самого нуля? С самого нуля на проектирование спутника и на написание управляющей программы ушло порядка полутора месяца. Получается, уже в мае готовится его первый. Да, запуск. Причем можно было бы раньше, просто у нас договоренности таковы, что нам нужно время на то, чтобы его взяли на борт, подняли. У нас нет своего стратостата и...